Свирепые бури прошли по юго-восточной части штата Квинсленд в Австралии, оставляя тысячи домохозяйств без электричества. Стало известно об одном раненом, который получил травму в результате падения дерева. По данным службы скорой помощи Квинсленда, медики доставили пациента в больницу Брисбена в тяжелом, но стабильном состоянии. Ураган, принесший мощные ветры, грозы и проливные дожди на юго-восток Квинсленда, обрушил 209 линий электропередачи. Компания Energex сообщила, что около 25 тысяч домов в Брисбене, Ипсвича, Логане и Редленде оказались без электроснабжения из-за сильных штормов. Еще 10 тысяч зданий на периферии Квинсленда утратили электричество. Повреждение сети было настолько серьезным, что некоторые клиенты останутся без света до понедельника. Спасательные бригады СЕС выдвинулись на уборку деревьев и мусора. В одном из районов шторм бросил батут в столб с такой силой, что погнул раму. На протяжении бури было зафиксировано 78 тысяч ударов молний по всему региону. На западные и южные пригороды Брисбена обрушился крупный град. Несколькими днями ранее во время шторма в Южной Австралии зарегистрировали 120 тысяч ударов молний.